Вы занимаетесь китайской живописью в стиле Си, Гунби или Могуфа, создаете красивые картины, но чувствуете их незавершенность. Печать еще можно заказать, купить и поставить на работу. А что делать с каллиграфией? Без нее картина не выглядит китайской. Идти учить китайский язык и каллиграфию несколько лет? Да, путь правильный, но есть другие решения. На вебинаре 30 января в 18:00 мы расскажем об этом все. Как нельзя ни в коем случае подписывать работы, а как нужно и можно. Что делать, если вы совсем не знаете китайский и не владеете искусством каллиграфии? Ответы на все эти и другие вопросы мы дадим на вебинаре. Кроме этого, каждого участника вебинара ждут персональные приглашения на несколько больших культурных событий, которые в ближайшее время организует наша онлайн-школа. Также мы анонсируем весеннее арт-путешествие в Китай. Ну и самый приятный момент – небольшой, но очень ценный блок распродажи онлайн-курсов, материалов и инструментов для китайской и японской живописи. Как обычно, записи не будет. Все будет происходить в прямом эфире. Прямо сейчас регистрируйтесь на вебинар, чтобы 30 января в 18:00 по московскому времени получить ссылку на страницу трансляции. До встречи!